что получится сегодня. Итак, штрафные зарабатывает Ангуш, номер 14. У мяча удар, мяч попадает в стенку. Еще удар. То, что они прям тому же Ангуш, что прям сильно уступают. Нет, вот именно в игровом плане. То есть в игровом плане, мне кажется, группа довольно-таки ровная. Удобно, но в целом как-то по барабану будет, грубо говоря, как ты выглядишь. Так, удар. Из-за штрафной в касание нет, точно. Мяч проходит выше ворот. Кровет. Заброс вперед. Удар. Мяч проходит рядом со штангой. Аут. Заброс штрафную. Ну и ждем удар по воротам. Удар отбивает мяч вратарь. Мяч на левом передать центр. Дальний удар, вратарь забирает мяч. Атака Анжи. Дальше набрал, можно бить. Удар низом. Вратарь отбивает мяч, опять же. Дальше направо, мяч уже штрафной. Удар, вратарь отбивает мяч и даже ловит. Мяч Ангуш, да, удар. Вратарь справляет. Перевод налево. Так, удар, отбивает мяч вратарь, будет угловой. Короткий розыгрыш. Передача в центр. Удар низом, мяч забирает вратарь. Удар низом, мяч забирает вратарь. Отправляет его вперед, номер 14. Удар. Не точно, выше ворот. Мяч на левом фланге, передача в центр. Удар, отбивает мяч вратарь. Посмотри вправо, брат. Так, есть открывание справа. Решил игрок касание пробить, но не сам, а... Но нет, на перехвате играет защитник Анжи. Так, прессинг на Ангушта, перехват, удар выше ворот. Мяч на левом фланге, передача в центр. Контратака, удар, оно было рядом. Это скорее уже передача поперек хода. Так, а вот здесь момент, Анжи открывает счет в этой встрече. Мяч на левом фланге, игрок уже в штрафной. Прострел. Так, ну ждем удар по воротам. Вот удар рядом со штангой. И вот снова их атака. Пас направо. Удар рядом со штангой. Так, его накрывают, и контратака. Ситуация 2 в 2. Удар! 2-1. Мяч на левом фланге, передача штрафную, 3-1. Удар отбивает мяч вратарь. Пас вперед. Номер 14, он уже в штрафную, удар. Рядом со штангой мяч проходит. Перехват Ангушта, номер 13, бьет по воротам, но не было нарушения до этого. Итак, разбег, удар! 3-2. В ходе ответная атака Анжи. Удар низом, вратарь мяч забивает. Забирает. Передача в центр. Удар, отбивает мяч вратарь. Он
удар. Атака, дальний удар. Вратарь, да, мертвый мяч. Так, Анжи, а вот у Ангушта разрыв. И пойди сейчас, у Анжи-то большинство. По штрафную, удар, вратарь. Сейчас спасает свой. Так, заброс штрафной, можно сказать, даже это удар, и мяч перекладину попадает. Ну, возможно, стоило разыграть, возможно, не стоило бить с этой позиции. Ответная атака Анжи, удар с лета! Номер один с мячом. Дальний удар, отбивает мяч вратарь прямо перед собой, здесь столкновение, ой-ой-ой. Так, забрал штрафную. Даже можно сказать, удар, мяч перекладину попадает. Атака Ангушта, прострел. Ее накрывает, но атака продолжается. Номер 11, подача и... Так, три игрока в стенке. Удар, отбивает мяч вратарь. Мяч уже в штрафной, можно бить удар рядом со штангой.